национальный проект «Культура» на территории Чувашской Республики 2019-2024 годы. На реализацию нацпроекта «Культура» из бюджета в 2019-2024 годах планируется потратить более 400 миллионов рублей. В рамках национального проекта «Культура» к 2025 году планируется построить центр культурного развития в одном из городов с числом жителей до 300 тысяч человек. Капитально отремонтировать Государственный театр юного зрителя. Построить, реконструировать и капитально отремонтировать сельские культурно-досуговые объекты. Новый год мы встретили в новом клубе, очень весело, задорно, так как уже более 10 лет этот старый клуб не работал. Люди очень соскучились по культуре, по песням, по традициям старинным. Модернизировать кинозалы по всей республике. Наш культурно-досуговый центр участвовал в конкурсе, выиграл 5 миллионов. И на эти средства были приобретены кресла для кинозала, кинооборудование полностью, экран. Поэтому от городских мы совсем не отстаем. Создать виртуальные концертные залы. Оснастить детские школы искусств и училища новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. По сравнению с другими инструментами, он очень звонкий. Также на нем удобно играть, так как на него пальцы нажимаются легко. Приобрести многофункциональные культурные центры, автоклубы. Результаты, которые планируется достичь к 2025 году. Увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%. Увеличение количества обращений к цифровым ресурсам в 5 раз.